Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей. И мы продолжаем играть в игру в Время Деньги. Так, Леонид, чувак, у нас хочет что-то купить. Постоянно покупает и тратит деньги, это вообще ужасно. У нас наличка есть 170 тысяч, и я хочу какой-нибудь кредит. О, кредитов понабирал кучу. Какой-нибудь кредитик погасить, который, допустим, на 20%. Вот этот. Смотри, погасить, гасим. Так, у нас денег еще 130 тысяч. Так, у нас еще есть какой-нибудь кредит. Так, ищем вот под большие проценты. Потребительский гасим. Так, где у нас кредиты? Какие еще что-нибудь погасим? Сейчас еще. Так, 90 тысяч у нас всего лишь. Так, ищем большие процентные ставки. Самые большие процентные ставки. Их и гасим. Вот MLM, мы его полностью можем погасить. Потом, значит, искусство общения. Мы вот частично можем погасить. Так. Ну вот так. Хорошо, ну частично хотя бы погасили. Денежный поток у нас увеличился. Так, смотрим. О, новое знакомство. Благодаря вашим недюжим навыкам общения вы заводите знакомство с девелопером. Он сможет помочь вам с инвестициями в недвижимость, запуском новых объектов или продажей существующих. Словом, полезнейший человек. Значит, нам, скорее всего, открылась вкладка «Мало недвижимости», я так думаю. Надо посмотреть будет. Так, ага. Так, недвижимость, мало недвижимости. В смысле? Подожди, у меня же знакомство только что было. Подожди, в смысле ничего не нашли? Ладно. Обманули нас. Так, платиновый MLM семинар мы обошли. Вы успешно окончили обучение. Спасибо. Так. Недвижимость средняя. Так, кредит невозможен. 4 миллиона 700. Понятное дело. Но мы зато хотя бы какой-нибудь кредитик сейчас попробуем подгасить. Так, искусство общения мы гасим. Так, подожди. Что у нас еще, какой кредит тут есть? Алгебру мы гасим. Это хорошо. Что мы можем гасить. Так, и что еще тут остается? Потребительские 60 тысяч. Тоже гасим. Отлично. Так, кто тут у нас? Элитный фраг. Давай его хотя бы частично погасим, да? А, нет, мы его не можем погасить. Ладно. Квартиру под ключ, может, погасим. Так, ладно. Ладно. Хорошо. Проходим дальше. Так, бизнес. Малый. Так, Nail Service. Надо, может, ломбард продать. Слушай, мы что-нибудь откроется, интересно, новенькое. Так, семинары. Так, а ну-ка, что у нас? Офигеть, первый жемчужный MLM семинар. Подожди, а сколько мы получаем по этим сетевым маркетингам? 37 тысяч. Угу. Так, а ну-ка, цена-то 10 тысяч, доходы. 25 плюс 12, так, рентабельность инвестиций, то мы сейчас. Так. Давай, жемчужный MLM. Возьмем кредит. Придется кредит взять. Угу. Оформим. Так. Дальше. Так, вот, смотри, видишь, как вы оптимизировали актив, сетевой маркетинг. Вы знаете, там, как там что делать, кого, чё кого. Доход актива изменился на 25 тысяч. Так. MLM, 75 тысяч я стал принтом. Офигеть, спасибо. MLM, смотри, молодец. О нет. Подожди. Что это такое? Кошки, собаки уже порядком наскучили, а вот домашние лисы нет ни у кого. Давайте купим медведя еще, а? Это идиот, это... Воспаление мозга у него, я же говорю. Однако содержание и питание пойдут вам дешево. 450 тысяч рублей. И сейчас я возьму кредит в банке. Смотри. Ну, конечно. Давай возьмем кредит. Кредит на лесу. Идиот, а? Он взял кредит. Я эти кредиты гашу. Он берет и покупает.
Нет, слушай, короче, знаешь, что делаем? Ломбард будем продавать. Давай, 50 часов, давай, продаем. Ага, у него слишком много денег, поэтому он и продает. Вот, за 660 тысяч, давай, попробуем продать. Все. Продаем ломбард. Уменьшим доход, и у него голова, может, заработает получше. Что не надо тратить денег. Так, смотри, личный водитель. Вы можете нанять себе личного водителя. Вам не понадобится думать о стоянке, прогреве и парковке. Во время движения вы можете заниматься своими делами, а не дорожными. Нанять водителя или отказаться? Так, освобождает 24 часа. Так, ну давай наймем. Так. А, не удалось покупать ломбард. Ничего, продадим. Ничего страшного. Так, старый киоск подорожал. Образование, семинары. Что у нас тут? Автоматизация? Зачем мне автоматизация? А, 50 тысяч. Но деньги есть. Кто такой арт-директор? Так, искусство, современное искусство, рынок классического искусства. Так. Ну давай вот это подешевле. А, доход от бизнеса 8%. Вот это надо развивать, слушай. Угу. Ломбард пока у меня собирается, хорошо, зато у меня будет прибыль приносить. Так, смотрим. Важная информация. Важно, на каком брокере считай, что акции компании Nanotech вскоре могут сильно упасть. А у меня этих акций не было. Так, не удалось найти покупателя на ломбард. Ладно, хорошо. Ну, пускай. У меня ломбард приносит деньги. Так, совет месяца. Вы можете уволиться с работы. Но обратно вы можете вернуться в течение 3 месяцев. Спасибо. Так. Ломбард пока не продается, но я пока не горю желанием. Ничего страшного. Так, увеличиваем бизнес. Так. Денег у нас, наличка 131 тысяча. И мы какой-нибудь кредитик погасим. Так, офис. Там он 15%, надо что-то 20%. А вот леса. Нет, леса пускай сидит. Захотел лесо, пусть сидит леса. Так, первый жемчужный MLM семинар. Вы успешно прошли обучение. Спасибо. Так, новый киоск подорожал, гараж. Так, ага. Тут что? Бизнес средний. Посмотрим, что у нас бизнес. С бизнесом медицинский центр есть, да? Сколько он стоит? Он стоит 1 миллион рублей. Так, а в кредит банке я не могу на миллион взять? Так. Кредит почему? А ну-ка. Сколько мне будет? А, свободного времени мне не хватает. А кредит-то я могу получить. Угу. Свободного времени. Сколько нужно? 180 часов. Офигеть. А у меня только 37 часов. Угу. Ладно. Ломбард мы продаем потихонечку. Пусть продается. Ничего страшного. Так, смотри, что у нас такая информация есть. Офис на первом этаже. Возможность улучшения. Вы можете поставить в офис охранную систему, обновить коммуникации, чтобы увеличить стоимость аренды. Ну давай. Так, возьмите кредит. Почему нет? Угу. Оформляем кредит и улучшаем. Так, на ломбард у нас пока нет покупателей. Ну ничего страшного, я не переживаю об этом. Так, первый жемчужный MLM семинар. Так, мы прошли семинар. Так. Расходы. Так, расходы 22 тысячи. Это куда у нас 22 тысячи? На что? Где это было 22 тысячи? Так, подожди. Принесите сюда расходы на 22 тысячи рублей. Так, подожди. Доходы, что ли, 20 тысяч? Куда? Что у меня просто? Какие 20 тысяч? Так, расходы. Время, да. Так, у нас время добавили, 57 часов. Так, этот дурачок опять что-то купил. Небольшая трата денег опять. Вы решили вступить в элитный охотничий клуб на 1 год. Так у тебя дома лиса. Сиди на нее, бегай по квартире за своей лисой. И лови ее. Зачем тебе в охотничий клуб-то идти? Так, ладно. Полностью организованная особая охота в заказнике. Обширный арсенал, любая
экипировка, трансфер, да, вот угодья, ночевка в лесном домике, море ощущений. У тебя воспаление мозга было. Какое тебе море ощущений-то? А, 9000, жесть. Ладно. Так, а ну-ка, подожди. Так, у меня наличка 100 тысяч. Так, быстренько, быстренько гасим. Офис на первом этаже. Так, а ну, подожди. Так, вот это мы гасим. Вот эту красоту гасим. И лесу немножечко. Давай лесу немножечко погасим. Ну, хотя бы столько. Если так он хотел лесу сильно. Вы оптимизировали актив, знания и опыт. Копирайтинг. Так, доход на 1000 рублей. Лечебный массаж изменился на 3700. Так. Да, ты мой хороший. Молодец. Что у нас там получается? Доходность. Нет, книга продается за 1000. А вот копирайтинг на 7000. Да? Так, наличка у меня 137 тысяч. Нормально. Так, время. Время 57 часов. Давай недвижимость, среднюю посмотрим. Так, не хватает наличных, кредит невозможен. 4 900 000. Так, 4 900 000, а мне только на 3 900 дают. Только на 3 900. А в депозите у меня сколько денег? 250 тысяч? Ага, все равно не хватит. Ладно. Сетевой ресторан. Требуется времени 1 час, а доход все. Какой шикарный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ломбард надо продавать срочно. Вообще нормально. О, блог раскручивается. Благодаря системной работе вы постепенно увеличиваете посещаемость вашего блога. Ваш блог растет, и ваши временные затраты на него тоже. Так, ага. Временные затраты. Время 0 часов, а бизнес плюс 10%. Так, подожди. А где у нас тут этот самый блог? А где у меня блог? Копирайтинг только. Не знаю, где они там блок увидели, ладно. Так, знаешь, что мне нужно? У меня пока деньги есть. Я попробую какой-нибудь кредит погасить, да? Так, вот фраг хорошо, в принципе, гасится, да? Так, леса. Так, офис, давай этот офис погасим, нифига себе. 137 тысяч. Нет, 137 500. 125 тысяч. Так, денежный поток, смотри, у меня увеличился, да? Так, рекламный щит подорожал. Так, блогинг на 10 часов уменьшилось время. Так, семинары. Ой, опять второй жемчужный MLM семинар. Так, надо кредит брать на 4. 75 тысяч, 75 тысяч, работает 150 часов в месяц. Сеть увеличивается. Так, берем кредит на минимальный срок. 67 тысяч. Так, оформляем. Хорошо. Так, и покупаем. Так, покупательный ломбард. Нет, ну ничего, ладно, ничего страшного. Так, что у нас это? Недвижка. Средняя. Так, сколько у нас времени? 1 час требуется. Блин, и кредит. Не хватает. У меня ничего не хватает. Подожди. А цена 1 900 000. А что, банк не дает 1 700 000? Ну, у меня же депозит есть. Так, сколько мне надо? 1 700 000 дает только 700, 200 тысяч надо. О, у меня красный на расчетном счету 200 тысяч. Так, 220 тысяч берем с небольшим запасом. 220 тысяч снять. Так, кредиты оформить. Так, и покупаем. Это офигенно, офигенный заработок. Смотри, небольшой дом, одноэтажный дом, небольшой доход от долгосрочной аренды. Получается, перспективно выгодно продать на 40% дороже. На 10 лет ипотека. Так, а доходы у меня идут чуть ли не 15 тысяч. Спасибо. Так. Ну, у меня нормальный денежный поток, 135 тысяч. Офигенно. Так, это что такое у нас? Так, вы оптимизировали актив благодаря вашим знаниям и опыту. Спасибо. Вы оптимизировали офис на первом этаже. Доход от актива изменился на 8600. Средняя стоимость актива изменилась на 630 тысяч. На минус 630 тысяч. Что, подешевело, что ли? Так, а ну-ка, у меня наличка пока 56. Так, что он нам предлагает? Недвижку? Среднюю?
Так, кредит тоже невозможно, тоже замечательно, я смотрю. Дюплекс я обязательно куплю, ребята, обязательно. И пока кредит и невозможен. Так, ломбард мы пока не продали. Так, ну смотри, мы можем... Так, у меня есть наличка сейчас 156 тысяч. Так, мы сейчас будем что-нибудь гасить. Так, так, есть, погасили. И еще 97 тысяч осталось. Давай вот эту канитель погасим. Так, ну, вот так. Офис на первом этаже. Отлично. Так. А время сколько у меня? 46 часов свободного времени. Бизнес, давай бизнес посмотрим. Малый. Так, коммерческий паблик. 30 часов требует времени, а у меня 40 часов. А, не хватает наличных, возьмите кредит. А что это такое, значит? Попробуйте онлайн-торговлю с минимум вложений. Так, цена 30 тысяч, дохода 7500. Так, времени дофига уходит. Ну ладно. Так. Берем кредит. На минимальный срок, на год. 23 тысячи. А у нас 23 тысячи не хватает. Давай снимем 23 тысячи. 23 999. Снять. Так. И покупаем. Все. Так, хорошо. Так, что у нас тут есть? Недвижка? Средняя? Не хватает наличных. Кредит невозможен. Ну, о чем тогда говорить? А сколько мне еще дает кредит? Максимум 3500. Блин, нафига себе. А у меня в депозите вообще денег нету, да? А, 10 тысяч только. Короче, смотри, вообще вот эта тема. Здание кафе. 70 тысяч. 77 тысяч будет приносить доход. Короче, надо мне депозитик открывать. Да, дуда, дуда, да, дуда, плей, дуда, плей.